Поэтому я знаю, что им нужно 8 марта, там, примерно. Правда? Может быть такого, да? Еще раз приветствую вас и благодарю вас за то, что вы приняли решение разделить этот вечер вместе со мной и с моими друзьями. Этот концерт для вас. Спасибо. Песня, которую я сейчас пою, она называется «Ничто не изменит мою любовь к тебе». Ее поет мой хороший друг Джон Бенсон. И я всегда, когда ее пою, это у меня ассоциируется с тем, что с недавних пор у нас есть особенные отношения, мы подружились. Это мой кумир с 8-летнего возраста, я пел его песни, я практически учился у него петь. И потом в 33-летний возраст так сложилась судьба, что мы встретились. Он мне эту песню практически подарил. И поэтому я ее пою с душой, как на себя.
но она его песня. Я не забываю хороших вещей, поэтому я говорю об этом. Так что nothing gonna change my love for you. Для вас.
Спасибо большое, дорогие друзья. Следующая песня называется «Малыш». Я сочинил ее 20 лет назад, если не ошибаюсь. Сегодня она живет. И надеюсь, что еще у нее есть большое будущее. Так что для вас песня, которая называется «Малыш», авторская песня. Ваше внимание. Спасибо. Вы можете быть немножечко побольше
Иногда любви забываю, но про все забываю, любя. Без тебя не живу, не бываю. Даже если живу без тебя, гляжу с тебя как в зеркало, так головокружение, и вижу в нем любовь мою. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Есть любовь, и он в наших сердцах. Поэтому мы здесь.
сейчас песня прозвучит, которая называется «Цыганка». Слова очень легкие. Ай-не-не-не, ай-не-не-не. Запомнил? И что, давайте вместе. У меня есть еще здесь один друг,
саксофонист. Его зовут Сергей Головня. Вы его скоро услышите. Вот. А вообще мы можем сделать так, ведь все от нас сейчас зависит, правда? Это же наш вечер, правильно? А давайте мы сейчас вместе споем припев, и он это услышит, он выйдет и сыграет нам соло. Давайте. Вы можете это сделать громче. Чтобы будем продолжать вечер, правда? Вам интересно? Слава Богу. Следующая песня, которую я сейчас пою, она называется «Калинушка». Это песня, которая тесно связана с моим детством. Эту песню поет мой дядя, которого тоже зовут Буша. По этой причине я тоже Буша. Вот. Сам не знаю, что такое Буша, если честно. Но значит, что-то хорошее. И я пел ее с детства. Я всегда любил слушать, как он это делает, как он вкладывает свое сердце в эту песню. Но я не понимал до конца, что происходит. Как можно и зачем нужно так сильно, эмоционально углубляться прямо в сердце, в песню вот в эту. И сейчас прошло много лет, мне 39 лет, я живу в городе Москва с 89 года, а когда мы жили под Харьковом, в небольшом городке Лозовая, и, знаешь, я был маленький, теперь я понимаю, о чем он пел. Сегодня я начинаю понимать, и сегодня я понимаю, что песня это не просто песня, а песня что-то несет. Песня что-то несет, и она может нести радость, и может нести любовь и мир, и может нести какой-то негатив. Но это не к нам и не про нас, правда? Это там. Поэтому, дорогие друзья, песенка «Калинушка», которая называется, сейчас прозвучит для вас прямо от моего сердца. Вам спасибо. Калинушки, где молодость прошла.
обними меня, как сына обними. По полям, где я бродил, по лесам, где я скитался, ты, калинушка, меня к себе примени. По полям, где я бродил, по лесам, где я скитался, ты, калинушка, меня к себе примени. Я его всегда, я покупаю
покупал, брал в руки, но я его целовал. И обратно на место. И потом как-то мне мои друзья посоветовали, что Священное Писание нужно читать. Для меня это было откровение. И я встретился с главным героем этого Священного Писания, которого зовут, все знают как, да? И я однажды дал себе слово, что всегда, всю свою жизнь я буду о нем говорить, потому что он кое-что в моей жизни сделал по-настоящему. Это маленькое свидетельство, и мне и моей жене был диагноз бесплодие. Ну, вы все сейчас знаете, что у меня 7 человек детей, правда? И я знаю точно, что это еще не предел его чудес в моей жизни, и в каждом из вас, в каждой жизни вашей это может происходить вот в различных сферах. Так что любите друг друга, дорогие друзья. Я песню назвал эту «Любовь», потому что Бога никак нельзя назвать по-другому, как только любовь. У Бога нет любви, Он сам есть любовь. И Он благ. И сегодня песня, которая называется «Любовь для вас». Спасибо. Любовь,
Следующая песня называется «Звезда». Ей тоже, наверное, лет 20, если не больше. Она уже в нескольких аранжировках звучит. И, если честно, настало время воскресить ее еще раз, привести ее в чувство, к жизни. И надеюсь, что в ближайшем будущем ее будут петь в нашей стране везде. Потому что она хорошая. Вы сейчас в этом убедитесь и вместе со мной будете ее петь, даже не зная слов, потому что их очень быстро можно выучить. Можно? Громче. Как любила меня.
Запомнят ее, правда? Мои дети знают ее наизусть. Следующая песня называется «Лето» для вас. Связано с ощущением, знаете, лепота, типа что-то такое. На самом деле благодать это говорит о том, что Бог не заслужен нас прощать и любить. Не заслужен. Незаслуженное прощение есть благодать. Поэтому благодать на благодать это двойное незаслуженное прощение. Вы знаете?
этом нужно подумать. Кто не заслужен. То мы все хотим что-то сделать, чтобы что-то получить. Оказывается, благодать, она есть благодать. Не по делам. Бог любит вас. И я вас тоже люблю. Для вас песня, которая называется «Благодать на благодать».
Ты меня искупил своей святою кровью, и теперь благодать на благодать. Самые важные слова, когда ты смелый и говоришь такие слова, что я только твой и только твой. Sorry.
вот Россию, матушку родную, матушку святую, хранимую тобой. Давайте все вместе скажем эти слова. Благослови Господь Россию. На гитаре играет Владимир Димов. Я только твой, только твой, на
Это команда Moscow Gospel Team. В скором времени у них будет здесь концерт, так что добро пожаловать. Мы всегда вместе практически на каждом концерте. Так что... Спасибо, дорогие. Доброго вам вечера. Не могу от вас уйти. Еще доброго. Если вы их хорошо пригласите, то они выйдут. Понимаю, вам мало. Один вышел. Вот второй. Песню для вас петь. Это Глэзи. Цыганский тоже как английский, чуть-чуть. Я тоже музыкант. Хорошо, это Глэзи или звезду? Это Глэзи. Для вас, дорогие друзья, я вас очень люблю, уважаю и ценю. И для меня это большая честь и привилегия стоять здесь и петь для вас. Я говорю это. Oh.
Yeah.
Спасибо, дорогие друзья. На этом вся эта слава. Ненадолго, надеюсь.